ну, как назовем, эхо индустриальной революции. Некоторые части вроде как еще можно раскрутить. А это вроде бы как даже чугунное, что-то зернистое такое, чугунное основание. Значит, что это такое? Или от мельничного колеса вал передачи крутящего момента, или от води, или от какого-то парового двигателя. Для чего? Для того, чтобы работали стиральные машины. Это, кстати, развалины прачечной. Здесь когда-то госпиталь в Риге был старый. Госпиталь, кстати, вроде бы как еще и остался там дальше. И здесь стояли прачечные агрегаты, аппараты. И вот такую вот фигню я выкопал. Да, жаль, конечно, что сразу не сообразил. Можно было бы снять, когда она еще была там, в этой шахте. Так думал, черт его знает, может быть, какая-то труба, по которой кабель проходил. А она, кстати, цельная. Это не труба, это цельная железяка. Смотри, ну здесь и был весь механизм какой-то, видишь, грани есть. А, грани, ты думаешь, это грани? Ну вот это вот, смотри. Ну это какая-то ржавчина. Не, ну может быть, да. Шлицы так называемые. Шлицы. А ты видишь, это... Живой. Я же говорю, говорю, еще ходит. Добросовестно все смазывалось. Шел под полом. Чуть-чуть глубже копанул, цепанул и вылезла. Здесь на Сарканда, это улица Дунтес и Исканстес перекресток. Здесь куча всяких, говорят, речушек было, болот всяких. Наверное, речка где-то шла, стояло мельничное колесо и крутило. Но зимой это, конечно, нет. Может быть, все-таки это и не мельничное колесо, а паровой двигатель какой-то. Ну вот, в общем-то, и все.